Сегодня 5 марта 2012 года, понедельник. Вчера выборы состоялись, Путин победил, и вот по этому поводу сейчас идет снег. Сначала было солнышко, а потом пошел снежок такой. Солнышко было, буквально с утра, и час назад что-то оно уже перестало. Тучки налетели, сейчас у нас время 4 часа, без минуточек. 4 часа дня. И вот такой снежок посыпал. Хотя на улице сейчас не оттепель, не плюс, где-то может минус 2, минус 3. Не холодно, но и не сказать, что тепло. Снег откуда-то идет, вот там вот у нас север. Снег идет оттуда, то есть с севера, с северо-востока. Пока еще настоящей весны не обещали. Уже есть наметки, что скоро она закончится. Точнее, весна начнется, а зима закончится. Такие здесь пейзажи на детской площадке.